Приветствую вас. Вы знаете, начать мне бы хотелось того, чтобы разбить ваш вопрос на несколько, пусть и немного формальных частей. Первая часть – это некая мистификация, некие мистические представления о том, что мысли материальны. Я не исключаю, что в детстве вам это помогало, не исключаю, что в детстве вы с помощью этого чего-то добивались, я не исключаю того, что вам это позволило быть отчасти той, кем вы есть, кто вы есть, но тем не менее, надо сказать, что именно с точки зрения психологии, я сейчас говорю как психолог исключительно, мысли не имеют ничего общего с реальным миром, не могут быть материальными. Единственное, что они как бы обеспечивают, это возможность намерений. То есть, как бы, если у человека есть определенные мысли, то у него может появиться соответствующее намерение у действия, либо действия, либо вывод какой-то. Вот. Другое дело, если вам хочется, если вам выгодно думать или считать, что мысли материальны. Вот. И это делает вашу жизнь, немножечко, может быть, проще, немного, может быть, удобнее, немного, может быть, лучше, немного, может быть, счастливее, немного, может быть, какой-то еще. Вот в этом смысле и в этом случае я думаю, что действительно для вас мысли могут быть материальными. Только совершенно очевидно, что подобный расклад, подобная позиция не дает вам никакого эффекта сейчас. То есть это знание, оно в детстве, может быть, вам помогало, но сейчас ничего хорошего из этого нет, в этом нет. Знаете, излишняя мистификация становится возможной тогда, когда человек негативно воспринимает окружающий мир. Вообще любая мистификация становится возможной тогда, когда человек негативно воспринимает окружающий мир. В том случае, если он видит окружающий мир негативно, вы его, соответственно, видите, естественно, негативно, потому что вы жили во многих ограничениях, вот. Я это хорошо понимаю, я хорошо понимаю вас, вот. Но это не меняет абсолютно ничего в том, что ваши мысли – это, по сути, мистификация, и эта мистификация, она вам вредит. Вот. Она вредит, потому что реальный мир вы не воспринимаете. То есть вот у вас есть мечты, да, вот вы мечтаете о том, чтобы там сделать свой бизнес, уехать отдыхать, там, поменять машину и так далее. То есть бизнесом-то вы для чего занялись? Воплощая свою мечту, скорее всего. А почему бизнесом вы занялись, чтобы воплотить свою мечту? Разве можно заниматься бизнесом для того, чтобы воплотить свою мечту? Нет, нельзя.
Нельзя. Понимаете? Вот. Дальше. Я в последнее время часто пересматриваю фильм «Секрет». Там основная идея в том, что мы сами все притягиваем в свою жизнь, как хорошее и плохое. Нет. Это не так. Во-первых, плохого и хорошего нет в жизни. Есть только вовремя или не вовремя. Достаточно, недостаточно. Все. Больше ничего нет. Плохое и хорошее — это всегда оценка и всегда зависит от восприятия. Вся когнитивная психология, когнитивная психология, она об этом. Понимаете? Вот. Когнитивный подход, он об этом. Поэтому данный фильм является ничем иным, как механизмом защиты. Защиты. То есть, ну, мы сами выбираем, что притягивать, да, хорошее или плохое, говорит фильм. Все зависит от настроения, говорит фильм. Все зависит от внутреннего настроя. А от чего внутренний настрой зависит, фильм не говорит, естественно. И поэтому у вас вопрос звучит, как себя переключить и удержать позитивный настрой надолго. Понимаете? То есть насколько вот поверхностный фильм, насколько он вот манипулирует как бы психическими процессами, настолько и вы манипулируете собой. Насколько фильм снимает ответственность, по сути, с того, как живет человек, настолько и вы снимаете ответственность с себя за то, как вы живете. Насколько фильм толкает человека к тому, чтобы жить в несознанке, то есть неосознанно, настолько и вы на данный момент живете также неосознанно. Наивно полагаю, что настрой можно просто взять и получить. Просто взять и переключить себя. В моей жизни были удивительные примеры того, что это правда работает. Ну, понимаете, вот вам 29 лет, да, вы верите в то, что мысли материальные. Вот почему? Да, вот просто сами задумайтесь, для чего вам в это верить? Что было бы, если бы действительно мысли были материальны? Просто представьте себе, что бы было. Понимаете? Почему именно у вас мысли материальны, а у других нет? Не думали ли вы, что в этом примере вам просто кто-то решил подарить, потому что знал о том, что вы хотели именно такие перчатки? Понимаете ли вы, что вы не хотите признавать сейчас, что это мистификация, и что, задавая вопрос, как такое возможно, да, задавая вопрос, как такое возможно, вы не хотите получить ответ. Вы не хотите выходить из своего мира, из своего представления, в котором вам надежно, комфортно, но который тянет вас в никуда, по сути. Ибо долги ваши — это все отсюда. Это все ожидание некого чуда. Понимаете? Дальше. Нас с сестрой воспитывала одна мама. А папа где? А папа где? Почему мама вместо того, чтобы отдавать детей в садик, да, не налаживала свою личную жизнь, например? Да? Вот, знаете, какая история? То есть вы говорите, что сестра была очень маленькая, чтобы пристроить ее в ясли. А зачем пристраивать ее в ясли? Мама могла работать где-то в другом месте, получая более солидные деньги, но не пристраивая сестру в ясли, например. А на первое время там, как бы, чтобы вы за ней смотрели хотя бы там, ну, лет до 3-4, а потом уже она сама могла бы. Вот. А ваша мама так не делала. Откуда это? Откуда такое поведение?
Это жертвенное поведение, скорее всего. Я понимаю, что там, наверное, были свои обстоятельства, скорее всего. Но нужно понимать, что обстоятельства создаются человеком, чтобы оправдать свою мировоззренческую позицию. Вот. Поэтому в зависимости от того, какой взгляд у мамы был на жизнь, на детей, на свою личную жизнь и на ваше счастье, на ваше с сестрой счастье, она так поступала. Дальше. Так, ну про перчатки. Я сказал, да, это необъяснимо, да, это вот на первый взгляд объяснения не имеет, да, соответственно, это нужно сразу же мистифицировать. И придать какой-то магический смысл. Вот. То есть это хорошо, но это как бы изолирует человека от реального мира. Вот. И бизнес, которым вы занимаетесь, это квинтэссенция реального мира. Ну а очевидно, что с мистифицированным мышлением вы бизнес свой построить, ну, не можете никак. Потому что не хватает практичности, не хватает, наверное, расчетливости, присутствует некоторая доля наивности. Вот. Возможно, есть проблема с пониманием ответственности, с личными границами и так далее. Вот. То есть, несмотря на то, что вам, ведь вот опять же, да, вот, казалось бы, чудо происходит, да, но какую позицию это закрепляет? Вот чудеса, какую позицию закрепляет? Что я несчастный, да, что мне надо помогать, и что от меня ничего не зависит. То есть вам-то падало с неба, но вы же все равно несчастны, несмотря на то, что вам падало с неба, вы же все равно не смогли этим воспользоваться, судя по всему. И возникает вопрос, а по какой причине? А? Дальше, по сути, я, наверное, жуткий пессимист по натуре. Ну, не исключено. Только вот пессимистичность, ее как раз таки нужно менять. То есть пессимистичность – это депрессивность, это негативная установка, это подавление своих желаний, это возведение желаний в степень абсолюта, да, и т.д. и т.п. Вот это все корректируется. Точно так же я притягивала в свою жизнь негативный момент. Ну вот видите, да, то есть у вас мышление, как бы оно нереалистично, оно мистифицировано. То есть неприятных негативных моментов нет. Вообще ничего негативного и позитивного нет. Это все окрашивает человек. Да, я еще раз как бы говорю, еще раз повторяю. Это восприятие. То, что для одного хорошо, для другого плохо. Поэтому ни о каком притяжении негативных моментов речи не идет. А вы, Зоя, либо отказываетесь от этого мышления в пользу более реалистичного и наконец-то обретаете контроль над своей судьбой, над своей жизнью. Либо вы как бы идете дальше по этому же пути и в итоге так ничего не добьетесь в жизни. Решать как бы вам. Я по опыту знаю, что переубеждать людей бесполезно. Я по опыту знаю, что если вот кто-то как бы ну, что-то думает, да, то пока он сам не захочет поменять, пока он сам не скажет себе, просто, ну окей, как бы это может быть так, но подобное мышление как бы меня ни к чему хорошему не приводило. Да, вот как бы жизнь показывает. Ну, надо что-то менять. Надо что-то новое для себя открывать. Вот. Дальше, мне 29, у меня небольшой бизнес, который сейчас погряз в огромных для меня долгах перед поставщиками и налоговыми. Ну вот опять же, да, когда человек, когда человек
сталкивается с долгами. Грубо говоря, когда человек живет в долг, когда человек живет не по средствам, когда человек не имеет личной границы, не имеет личной ответственности, когда человек не рассчитывает свои силы, не рассчитывает свои возможности, не рассчитывает свои средства, тогда появляется долг, долги. Ну, в таком случае появляются долги. Понятно? Вот. Начинать нужно именно с этого, с анализа того, как у вас в начале появились долги. Как они у вас появились поначалу? То есть, что произошло? И чем дальше, тем хуже и хуже ситуация, правильно? Потому что вы-то не меняетесь. Меня каждый день спрашивают возврат денег, каждый день нахожусь в ужасном напряжении. Правильно, потому что для вас это негатив, опять-таки. Вы сталкиваетесь с последствиями, но не с причинами. С причинами. Вы как раз в детстве жили в долгах, вы буквально выше выживали. Так вы и сейчас то же самое выживаете. Можно ли закрыть магазин и объявить себя банкротом? Можно. Можно потом выплачивать долги, уже работая на новой работе? Можно. Но вы этого не делаете. Почему? Дальше. Когда я открывала его, представляла, как заработаю на долгожданный отпуск, что поменяю машину. То есть бизнес для вас это всего лишь средство. Бизнес для вас это всего лишь средство достижения своей цели, не более того. Понимаете, какая история? Я об этом уже говорил, но я повторю еще раз, что бизнес не может быть средством. Бизнес может быть только, точнее, не так. Да, бизнес не может быть средством, бизнес может быть целью. Бизнес может быть целью. То есть бизнесмены процветают те, которые занимаются бизнесом ради бизнеса. Вот. В первую очередь. Только очень талантливые бизнесмены или бизнесмены, у которых есть помощники, инвесторы и так далее, да, вот, только они могут позволить себе воспринимать бизнес как средство. Вот. Я, конечно, не знаю, я могу ошибаться, здесь мое мнение не является компетентным, но со времен изучения мной права, да, то есть вот, когда я изучал право, ага, вот в бытность свою студентом юридического факультета. Я, насколько помню, что при ведении бизнеса обязательно создается так называемое кредитное плечо, которое и обеспечивается. То есть вот. Есть, значит, определенный капитал, вот, у этого капитала, значит, есть кредитное плечо, то есть, как бы, ну, это означает, что человек может там, влезть в определенные долги, да, может влезть в определенные долги, но даже если он влезет, то это будет на определенную сумму, да, и как бы он это сможет покрыть, а вот дальше уже все, дальше уже нельзя.
Понимаете? Вот. Но вы этим всем не озаботились. Видимо. Опять же, я вас сейчас не обвиняю. На самом деле. Я просто указываю вам на те аспекты, о которых вы не думали. Возможно. Понимаете? Вот. Это важно. Для вас это важно. А они думали, почему? Опять же. Что просто так, что ли, не думали вы об этом? Нет, конечно. Ничего просто так не бывает. Вы не думали об этом не случайно. Вы не думали об этом, потому что у вас как бы потребность есть. Вот. Была. Потребность именно в том, чтобы вот получить то, что вы хотите для себя. Дальше. Значит, со временем стали появляться долги. Ну, опять же, да, то есть, как бы, начали появляться долги, но я ничего не менял. Значит, каждый день приходилось все больше и больше неадекватных покупателей. Ну, вот, Зоя, ну, вот, понимаете, вот, вас саму не смущает то, что вы говорите про неадекватных покупателей? То есть, как бы, почему покупатели-то неадекватные? То что, это из-за них у вас долги появились? А может быть, проблема вся в том, что вы покупателей считаете неадекватными? То есть, как бы, покупатели чувствуют, что вы их воспринимаете как неадекватных людей. Вот, они как бы это чувствуют, им это, соответственно, не нравится, что их воспринимают, ну, вот, так, они, как будто они неадекваты. И, соответственно, они не приносят вам прибыли, которые вы, ну, вот, собственно, хотите, вот. Тут действует золотое правило, как ты к людям, так и к тебе. Понимаете? Раз покупатели, они приходят покупать. Их адекватность или неадекватность вообще волновать вас не должна. Ну вот, насколько мне известно по правилам ведения бизнеса, вот, понимаете, потому что покупатели, это люди, от которых зависит, как бы, ну, процветание вашего бизнеса, они никак не могут быть неадекватными, понимаете, им нельзя дать почувствовать, что они неадекватны. Принцип. Может, это покупатели. Это основная аудитория. Аудитория ваша. Это люди, которые как бы обеспечивают вам, значит, ну, развитие. А вы называете их неадекватно. Может быть, вы не смогли найти к ним подход просто. Если да, то... Если так, то ничего удивительного. То есть, как бы... Понятно, почему вы не можете найти к ним подход. Потому что вы в некотором степени живете вот в мистическом мире. Я полагаю, что вы могли бы быть, ну, неплохим творческим человеком, да, то есть, ну, могли бы заниматься творчеством, могли бы
там реализовываться как-то в творчестве, вот, это да, тут могли бы, но не в бизнесе таким подходом, понимаете? Но для бизнеса не бывает неадекватных покупателей, для бизнеса вообще неадекватных людей не бывает. Есть выгода, невыгода, все полезно, бесполезно, как бы. Дальше. В итоге весь мой энтузиазм быстро сдулся. Правильно? Потому что вы работали на цель, а не на... Точнее, вы работали на результат, а не на процесс. Я просто закрывала магазин и ревела. А делала-то что? Делали-то что, помимо того, что ревели и себя жалели? Понятно, что вам не хватает любви. Понятно, что вы не уверены в себе. Это понятно. Ну а делали-то что? Дальше. Из-за проблем с магазином у меня сорвалась свадьба. Еще один ложный момент злой. Не из-за проблем с магазином. Знаете, не из-за проблем с магазином у вас сорвалась свадьба, а потому что ваши отношения с молодым человеком были построены, ну, как-то не совсем... может быть, искренним, может быть, не совсем честно, может быть, как-то еще. Да, то есть этого я, конечно, не знаю, но, опять же, по опыту, да, по опыту могу сказать, что если вот люди любят друг друга, то, ну, вы серьезно считаете, что какие-то проблемы их могут остановить? Вы правда так думаете? Вы правда думаете, что мужчину, который любит свою женщину, может что-то остановить? Другое дело, что вы так себя оправдываете, чтобы не признавать, может быть, своих ошибок, которые вы допустили в отношениях. Это так. Но опять же, чем больше вы это делаете, тем сильнее вы в них погрязаете, в своих ошибках. И тем больше у вас, соответственно, накапливается долгов. Дальше. А какое значение для вас имела свадьба? То есть, почему для вас значение имело в первую очередь свадьба? Не человек, который был с вами, а свадьба. По сути, определенное социальное мероприятие. Почему? Чем? Это стало последней каплей, я впала в полное отчаяние. Нет. Это стало последней каплей, и вы позволили себе впасть в отчаяние. Потому что в этом состоянии отчаяния не нужно нести никакой ответственности. Вообще. Без успокоительного меня просто бомбило, но было с ватами, было такое чувство, что вот-вот пойдет кровь носом, тошнило. Ну, психосоматика. Тело-то хочет свободы, хочет расслабления, а вы постоянно себя зажимаете. Я никак не могла выйти из ситуации, да и сейчас не вижу. Ну, как бы выход нужно искать вместе, но в первую очередь выход на выход вам нужно найти из психологических проблем. Не выход, а разобрать их все. Вы до сих пор мыслите вот этим чудом. То выход для вас есть чудо. Это не выход. Выход есть, вас он не устраивает, но он есть. Даже самоубийство не помогло бы, как бы не хотел. Даже после моей смерти долги бы никуда не делись, а перенеслись на моих близких. То есть запоминали это самоубийство только то, что долги будут на других, то другие будут расплачиваться. То есть вы настолько вот социально зависимый человек, да, что даже считает, что не можете ничего сделать для себя.
Продать магазин с огромными долгами тоже нереально. Его не надо продавать. Как ИП вы можете объявить банкротство. Еще раз говорю. Я вспомнил о секрете, пересматриваю часто, во-первых, у меня вот прокат, во-вторых, я все никак не могу научиться мыслить позитивно, если могу, то ненадолго. А потому что мыслить позитивно нельзя научиться. Пока у вас внутри есть блоки, запреты, конфликты, противоречия, вы не будете мыслить позитивно. Не умею задерживать себе настрой на процветание, постоянно переключаясь на негатив. Правильно, вы переключаетесь на то, что вас волнует. Но это не негатив. Понимаете? В этом плане вы остались на, в этом плане, в плане мышления, вы остались на уровне ребенка. Какой-то позитив, какой-то негатив, нет этого ничего. Начинаю злиться, иногда хочется, значит, убить кого-нибудь молотком, просто разбить его тупую голову. Почему тупую голову? Откуда опять вот это проявляется, да, неадекватные покупатели? Разбить кому-нибудь голову, причем обязательно тупую. Откуда это? Это отреагирование. Вы не можете отреагировать свои чувства. Не отреагируйте их. Отсюда агрессия. Потом бью успокоительное и снова стараюсь начать мечтать и представлять, что уже имею желаемое. И да, это потихоньку срабатывает. Слушайте, ну, пока ваши мечтания привели вас только к тому, что вы в огромных долгах. Вам нужно не стараться мечтать начать. Мечтаниями ничего не добьетесь. Вам нужно менять полностью отношение к себе, восприятие себя реального мира и действовать в рамках реального мира, а не мечтать. Понимаете? Иначе так и будете всю жизнь жить в иллюзиях. Вот. Я понимаю, для начала хорошо отдохнуть хотя бы недельку, но у меня нет нормальных выходных, и это вы себе сами устроили. У меня есть отцепные, пока я сплю, у меня плюс 100-500 пропущенных звонков, я всегда мысленно на работе. Но это опять же, это организация вашего времени, Зоя, понимаете, то есть вы не ограничили, да, лично и профессионально. Я оказался не готов к тому, что бизнесмен работает, в принципе, круглые сутки, ну там до определенного момента, когда бизнес уже сам как бы себя начинает, ну, как это сказать, обеспечивать. Вот. Но для этого нужно очень много справа вкалывать, а вы к этому явно не готовы. Как мне себя переключить и удержать позитивным настроенным надолго? Зоя, ну вот скажите, вы серьезно думаете, что есть какой-то универсальный волшебный рецепт, который позволит вам себя переключить и удержать позитивный настрой, игнорируя все ваши проблемы, негативные установки, комплексы, переживания, противоречия и конфликта? Как научиться искренне быть благодарной за то, что уже есть? Для этого нужно любить себя. Для того, чтобы любить себя, нужно принимать себя. А принятие себя – это определенная работа над собой. Как научиться заново мечтать? Да мне кажется, что вы мечтаете и так, вон вы пишете, что я стараюсь начать мечтать и представлять, что уже жила. Но я не думаю, что вам нужно начинать мечтать, я думаю, что вам нужно начинать жить реальным миром. В вашем случае мечты вам только вредят, они слишком привлекательны. Понимаете? Мечта хороша только тогда, когда она является ориентиром для деятельности человека. Допустим, я хочу, мечтал всегда помогать людям, и в итоге я работаю тем, кем я работаю. Я стараюсь помочь людям. Моя мечта привела меня к моей деятельности. Я не представлял, что я уже имею желаемого. Я просто брал и работал для этого. И продолжаю работать каждый день. По поводу того, чтобы научиться благодарной быть, я вам дам одно задание.
с которого, я надеюсь, вы и начнете свой путь к успеху. Именно путь к успеху, потому что вам необходима индивидуальная работа. Задание такое. Составьте список своих позитивных и отрицательных качеств, ну, то есть, вот, по вашему мнению, позитивные и отрицательные ваши качества. По каждому качеству пропишите аргументы, почему они, ну, почему эти качества именно позитивные и именно негативные. Источник, откуда вы это узнали, и противоположное проявление. То есть, если качество позитивное, то негативное проявление. Если качество негативное, то позитивное проявление. Пусть это станет первым шагом на пути к вашему заданию, к вашему успеху, точнее. И если вы сделаете это упражнение, если вы сделаете это задание, то первые консультации наши с вами, например, если вы захотите поработать, станет именно разбор этих аспектов. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.